Глава республики Егор Борисов встретился с представителями общественной организации «Лига лидеров». Поводом для неофициальной встречи стала презентация проекта единого межотраслевого кадрового портала Якутии, который, по сути, станет новым форматом работы организации. Сайт, созданный группой энтузиастов, должен объединить всех якутян, считающих себя лидерами и желающих изменить окружающий мир к лучшему. По словам председателя Лиги лидеров, генерального директора компании «Алмазы Анабара» Павла Мариновича, портал позволит создать единую базу активных граждан, в том числе зачисленных в кадровые резервы республики. Любой желающий сможет зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету в той отрасли, которую считает для себя наиболее подходящей. Таким образом, по мнению разработчиков, удастся расширить охват и обеспечить объективную оценку всех участников, а также существенно сэкономить как временные, так и финансовые затраты на отбор лучших кадров. Егор Борисов отметил, что преимуществом такого подхода является то, что в данном случае все будет зависеть от собственной инициативы и активности конкретного человека.